Так, что за звук? А, ты кто? А, пакость. Ух ты. Так, смотри, это еще один какой-то. А по-моему, это тот же. Да? Угу. Который нас до этого вытянул. Вот гад. Возможно, они вот и запузырили-то из города, помнишь? Возможно, да. Так. Можно вылезти. Ага, если я возьму, он меня засекет. Хорошо. Так, если я вылезу, он меня тоже засекет. Если мы... Ключик, ключик. Он как-то нас тоже засекет. А у нас ничего нет, да? У нас ничего нет. С этой стороны тоже нельзя вылезти? Нет, тут разницы нет, получается. А ключик-то бредка не разные? Нельзя одно что-нибудь? Да вроде нет. Смотри. Нет, ну а ключик-то? Так я на ключик уже вроде кликала. Угу. Тыкал на ключик, а на табуретку. Табуретка не клик... А, слушай, вот когда он поднимает ее, похоже... Нет, а вот так не... Собирается. Не пойму. Логично нет. Было бы вот. Просто его уронить. Именно в таком положении. А, то есть у него это в порядке вещей так падать. А, пульку взять. Сейчас. Так. Больше он ничего не успевает в это время сделать. А! Ха-ха. Кончились. Иди спать. А, понятно. Ну. Угу. А-а-а. Паника. Куда он пошел-то? Типа не успевает. Все, не успевает, понятно. Мы тоже можем заниматься этим все время. Хоп! Хотя нет. Что? Да я думал, может быть, пулик надо просыпать, но потом. Я думаю, нет смысла экспериментировать сейчас. Или не надо? Можно было не торопиться, да? Не стал рисковать, я не знаю. То есть повернулся бы он или нет. Просто еще непонятно, что это. Камер какие-то, судя по всему. Камер, от камер наблюдения. Да, да? Очень похоже. Черт, забыл взять. Да ладно, еще раз башку его стукнуть. Хе-хе-хе. Я отсюда. Ни капельки, не подозрительно. Так, не знаю. Не захотел туда идти. Не захотел. Вон, смотри, чего. Да-да-да. Оп. Черт побери. Что-то мы не так сделали, да? Во-во-во, а теперь, наверное, слинять. Нет.
Может быть, все-таки действительно нужно это... просыпать пульки, чтобы он за ним побежал, споткнулся там как-то. Вот это вот открывает камеры. Угу. Вот, я поняла. Вот, смотри. Вот они двое этих стоят, силуэты. А вот вторая камера где-то сидит. А-а-а. Правильно? То есть нам нужно вылезти и выйти? Я-то думала всех спасти. Ну, вообще, я тоже хотел бы всех спасти. Я бы тоже пробовал бы всех спасти. Ну, если уж нельзя. Так получается? Угу. Я думаю, что да. Давай проверим. Угу. Да они тут все такие удобные. Падают все, куда надо. А я выход не вижу. А. Не хочет, да? Я тут не пойду. Не пойду. Все-таки, мне кажется, их надо освободить как-то. Что ты имеешь? Да, да. Я думаю, они должны уйти, мы должны вернуться, открыть люк, взять вантус. Я не знаю, для чего он нужен, но он тут очень явно такой висит. Я согласен. Ну, значит, остается только пульки сыпать, чтобы они смогли убежать. В какой момент, получается, надо понять, сыпать. Вот, то есть сейчас он накидал. Надеюсь, сам на них не подскользнется, не упадет. Я не знаю, надеюсь. Надеюсь, он прям глазами в пол войдет. Оп. И таки по-скромному. Хоп-хоп-хоп. Дос видос. Эй! Йо. Так. Ну, смотреть. Вопрос. Здесь выходить? Или... через низ пройти? Попробуй здесь выйти. Он тебе скажет, если не хочет. Хочет. А-а-а! Надо было вернуться, наверное. Хотя нет, вот камеры же, наверное. Да, вот они открыты обе, причем. А как выйти теперь? А, вот. А, вот, вот так. Просто не видно было выхода. Я поэтому не очень поняла. Вот он. Так, зачем он нужен? Сейчас, ну-ка, ну-ка. Ай. Прямо забываем. Угу. Вот так. Нет. Не хотел. Не угадала. Я думала, ему прям вантузом. Вантузом по клюву. А. Почему нет-то? Вроде похоже, нет. Пойдем попробуем третью комнату посмотреть. Да, сейчас пойдем. Какой-нибудь сложный код. Ух ты. 742. Ого. Так, угадывать надо или где-то он написан? Я думаю, тут угадать будет сложно. Наверное, надо где-то пройтись и поискать. Да,
Давай попробуем. В комнате глянуть. Может, у этого? Охранника где-нибудь там. Не вижу никаких цифр так-то. В принципе. Тебя где-нибудь, может быть, подслушивали? Да нет. Нигде не записано. Но я зашла сюда посмотреть. Думаю, может, где-нибудь написано в той комнате, к примеру. Вопрос, надо ли нам вообще туда? Интересно. Вопрос. Сейчас попробую дальше пройти, потому что я не вижу, куда здесь еще можно пойти. О-о-о. Ой, что-то тут... Масло. Угу. Голодный, что ли? Вот вижу наверху часы. Ну, но это, они же постоянно спорно идут. Да, не, ну может быть с ними потом что-то сделать можно будет. Я много чего вижу, кнопка какая-то. Да, да, да. Труба. Что-то тырят чего? Опять. Тырят, тырят, ага. Нет, слушай, они... А уголь зачем ему там нужен был? Они куда-то напихали, это бомба, что ли? Опа, бомба. Слушай, ну да. А это... Ну, понятно? Паника, паника. Да. Опа. Так. Черт. 16:45. Да? Да. Как-то просто криво они нарисованы. Ну ладно, давай попробуем. Что это? Вот это трава просто? Ну да, что-то такое непонятное. Булочка какая. Кто там? Никого нет. А почему 16:45? 4:45. Взрыв может быть назначено это. 0:04, но я имею в виду, по-нормальному говорю, как оно положено. День же вроде на улице, нет? А, ну да, день. Так. Хочешь попробовать сюда ввести? Ну да. Думаешь, нет? Ну, нет, я думаю, да, надо попробовать. А, здесь... Сейчас попробуем сначала вот. А чего попробуешь? У тебя там после 11 сбросилось на 0.1. А. Без вариантов. Попробуй, но вот, если не веришь. Вот это вот кликать не очень удобно. Ничего, тренируйся. Нормально. Срок 5, да? Угу. Опа. Угу. Правильно. Секретик. Еще секретик какой-то. Ну, я, кажется, даже... Зеленое в центр, понимаю. Красное снаружи, я так понимаю, да? Да-да-да, мне тоже так кажется. О-о-о. О-о-о. А, только по краю можно сдвигать их, понятно. Хе-хе.
Вот так. Что? Присоска. Фигнюшка ихняя. Нормально, только не заныкали. Ух. Сейф дальше. Получается. Сейф получается это был. Ну, типа да. Бандюганы какие-то. Угу. Бандиты просто вот тут. Так а чего они собрались делать-то? Зачем им это надо? Не знаю. Развлекаются просто. То есть уголь они тырили, получается, чтобы бомбу сделать. Бомбу сделать. Угу. Я так понимаю, можно уходить, да? А, так, стоп, а зачем нам присоска нужна была? Ну вот, у меня мысль есть, что лампочку, может быть, стрельнуть. Но... А, вот это да? Ну да, но она просто болтается так. Давай попробуем. Не, я думаю, что поближе. Хотя она, может быть, болтается. Стоп, 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 стоп. О! Не, тут никак. А ну-ка сейчас попробую. Ну да, то, что она болтается, я заметила, но, по-моему, как-то это не то. Вряд ли, вряд ли. Смысла какого-то особо нет. А может быть, вот сюда? Ой. Стой. Стой ты, бедолага. Ой. Не, погоди, если так мыслить логически, то нафига тебе ею здесь где-то стрелять? Ну, вот так, на всякий случай. Нет, мне тоже интересно пострелять было бы. А коробочки вот эти масляные, они не разные? Ну, я не смогла вот эту взять. Mm-hmm. Вот это берется только. Понятно. Может быть, просто валить тогда отсюда? Ну, я и пошла валить. Ну, я просто мысли озвучиваю. Ага.